17 сентября 2022 года нахожусь в Центральном парке культуры отдыха города Орла. Вон там беседка, ротонда за деревьями. А там аттракционы, это Колизей. И хочу снять ролик вот с этими яблонями высаженные. Ну, Колизей — это как сфера. Ну, в общем, танцплощадка была в советское время здесь была. А высадили деревца, по-моему, еще в том году. Вот такая надпись. Для истории, можно сказать, снимаю. Вот. Московская область, питомник. Что это? Яблоня домашняя, ренец Семеренко, представляете? Вот. То есть здесь были разные какие-то яблони, а высадили новые. Я вот видел Вильяминовская. Написано. Семеренко, значит. Яблоня домашняя, брусничная, осень. Во, они тут разные, реально. Разные яблони. Разные сорта. Вот и Вильяминовская. Ну, короче, вот смотрите, сколько тут этих яблонь высажено. Вот, я не буду считать. Вот, я стою в том направлении, вот, поворачиваю. Когда-нибудь здесь будет, наверное, большие уже эти яблони деревья вырастут. И старые яблони, вот тоже, раз, два, три. Несколько старых яблонь, в пределах десятка еще остались. Вот такой ролик небольшой. Очень я люблю яблоки. В этом году урожайный год. Вот. И поэтому очень мне приятно обнаружить, что здесь вот... Ну, это еще в том году, по-моему, высадили эти замечательные саженцы яблонь. И через несколько лет будем их пробовать уже. Причем разные сорта, что интересно. А там киноконцертный зал юбилейный. Вот такой небольшой ролик, так чисто для истории. Хочу зафиксировать эти замечательные саженцы, чтобы у меня был на канале этот ролик с этими саженцами прекрасными. Яблонь. Будем ждать плодов их. Вот. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. А это бильярдная. Здесь бильярд раньше играли.